Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 2 июня. У нас стоит жарище. Сегодня передали плюс 32, плюс 34 градуса. Мне нужно доподсаживать, сделать подсадку вот эту грядку, видите, до конца. Туда дойти, до туда. И я рассказывала, что здесь у меня уплотнители, редис, морковь. И сегодня я хочу как раз поговорить о моркови. А именно, прям в двух словах посоветовать один сорт редиса, который я выращиваю на протяжении многих-многих лет, который мне очень нравится. Вот на этой грядке у меня высажено два сорта редиса. Один французский завтрак, другой резенбутер, масляный великан. И если французский завтрак знают многие, вот он лежит, удлиненный такой, то резенбутер может быть... У нас же мы привыкли как или красный с белым кончиком, ну, как обычно у нас в магазине, берут по или там ранний, или жара. А это название, может быть, кого-то отпугивает, резенбутер, но он, это прекрасный салат, ой, редис. Ну, я уже, наверное, перегрелась на солнце, что попало, говорю. Прекрасный редис, который я могу посоветовать, знаете почему? Потому что ни одна редиска не наращивает такого огромного плода, причем без образования пустот. Вот здесь я выращивала не поштучно, а методом просто посева. Вот посыпали, вот сколько выросло, столько и выросло. Без расстояния, безо всего. Смотрите, его всего расперло даже. И он при таком загущенном посеве, у него очень мало образуется уродливых плодов. Почти все плоды хорошие. Они, ну, единственное, конечно, они давят друг друга. Видите, он аж бедный, где он есть-то? Аж лопнул. Но явно, что он уже переспел, его надо было раньше снимать, вытаскивать. Но я сейчас хочу вам показать, если смогу, как-то, что он внутри не пустой. Ну, там его уже кто-то кушает. Смотрите, какая сочная мякоть, мясистая, сочная. До самого конца он увеличивается в размере, он лопается, он распирает, выпирает друг друга, но он все равно остается сочным, таким... Земли наелась. Сейчас на вкус скажу, как это. Он малоострый, такой как бы сладковатый. Ну, остро-сладкий. Очень люблю его. И по сравнению с тем же французским завтраком дает, ну, если как по массе плодов, дает очень большой перевес в свою сторону, потому что сколько бы ни росли вот такие, они все равно не будут вот такими. А это редиски, так редиски. Вот это резенбутер, масляный великан.